Всем привет, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня хочу взять отзыв у Игоря Алексеевича и Любовь Александровны. Они к нам приехали с набережных Челнов. А что их побудило сюда приехать, давайте узнаем у них. Здравствуйте. Можете, может быть, рассказать маленько о себе, откуда вы, почему хотите переехать на юг и что выбрали? Всю жизнь, сознательно прожили в набережных Челнах. То есть родители все время переехали на строительство КамАЗа, то бишь начало 70-х годов. Естественно, там вот армия, допустим, учеба, и дальше это сознательная жизнь. Вас судьба свела, да? Да. Вот. Сейчас у нас четверо детей, все выросли. Младшие 2000 года, они сейчас учатся в Москве. Саша и сын у нас в Новороссийске. Мы остались вдвоем. Набережных Челнах. Да. И вроде это. И квартира большая у нас, пятикомнатная, можно в футбол играть. И это, Но команды нету, да? Команды нету. Мы сидели, подумали, я говорю, куда лучше детям приезжать к родителям в гости? На море или на набережную Челны? Лучше на море. Поехали на море. Хотя я сама тоже с моря. Меня родили на море и увезли на КамАЗ. Всю жизнь я мечтала, что я здесь буду жить. Поговорили, обсудили. Решение мы года два думали, искали. Шли плавно к вашей мечте, да? Приезжали, приезжали. Потом приняли решение. Разные компании смотрели. Разные. Участки смотрели, компании, потом в очередной раз, это было, наверное, глянули, увидели, сели, прилетели, заключили договор. Съездили посмотреть участок. Где, если не секрет, вам понравился? Гостогайская, переулок Северный. Мы любители такого, чтобы и люди поближе были, и поселок был. Тихое место. Тихое место. У нас в набережной дорога рядом. Вот этот шум. Тут как спальный район. Там вы заказали у нас проект какого дома? 160. Это мы вам будем его строить. Он не готовый, мы будем его строить полностью под вас, да? Какие-то, может быть, там изменения внутри по планировке делали? Не очень много. На выход на террасу сделали витражное окно. С трех частей. Любовь Александровна у нас расширила, допустим, добавила окошко наверх. И, по-моему, расширили внизу, так? Да. Я захотела простор, окошек побольше света. По сантехнике немножко вопрос. Внутреннюю полностью всю палитру вы выбирали сами, под себя уже, да, правильно? Да. Плитку, ламинат, двери, все, как вам хотелось. Да. Компания по поводу, может быть, оплаты, как какие-то рамки вам поставили и пошли на уступки? Нет, на уступки все хорошо, все как нам надо, нас спрашивали, как мы хотим, все подстраивались, можно сказать, под нас тоже. Срок сдачи, какой бы вам поставили, или вы, может быть, определили сами? На сколько года получается? Да, на март месяц. Готова сдать дом уже полностью готовым для проживания. Да. А может быть, вот сейчас вот смотрят нас подписчики, может быть, какое-то переживание было, еще какое-то недоверие, волнение. Все-таки вот так вот приехать оттуда, заключить договор, я как понимаю, опять уезжаете домой. Это у каждого человека в жизни и бывает, но мы просто посмотрели, фирма хорошая, строит много домов, поселок строит морской, и по Гостогайской много участков домов строят. Нет, у нас есть вопрос, как вы так сделали, как вы смогли? Как вы приехали, там, как вы решились, и вы далеко, а там что-то делают, а почему? Сказали, что мы доверяем. Что много информации от вас идет. Все прослеживается, все чисто, прозрачно. К вам мы закрепили, я как понял, менеджера, который полностью будет на ваши ответы, вопросы, пожелания, по съему, еще что-то там отвечать, вести. Тут все без проблем, правильно? Да. Что вроде как со спокойной душой поехали домой, будете следить,
со своей пятикомнатной квартиры за нашим строительством здесь, да? Поэтому приятно, спасибо, что выбрали нашу компанию, конечно, за доверие. Мы постараемся вас не подвести, все сделаем на лучшем уровне. Также хотим освещать ваш дом, чтобы смотрели и вы, также и наши подписчики, как строится, как что ведется. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, может быть, пожелания, вы можете написать ниже под видео, мы обязательно на них ответим. Если есть какие-то серьезные, более тонкие вопросы, звоните нам в отдел продаж. Мы обязательно на них ответим, все сделаем необходимое, чтобы ваши вопросы были полностью отвечены с нашей стороны. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!